Это вы видели Акваросса. Вот это вот белое здание, которое новое построенное, это вот коммунальная каза, администрация возле нашего дома. Строительство идет. Здравия всем, вы на канале Марка Елены Дерегетти. Мы спускаемся с гор. Вот это Корционезо. Вот это Нара. Слышите, как сверчки сверчат? Пратодору. Адула. Симано. Соста. Вот так разъезжаемся. Есть вот такие вот кармашки, паркеджи, парковочки. Или вот такие вот небольшие карманы. Кто едет вверх, тот уступает дорогу, которая спускается вниз. Вот они, коровки. У каждого хозяина свое место, где он держит вверху коров. Вот мы ждем, которая машина поднимается. Мы ее видели заранее и остановились пропустить. Ой. Вот посмотрите, что сделала вода. Мост остался живой. Мост остался живой. Но вот эти, как их называют, парапеты, все снесло. Уже прошли здесь ремонтные работы. Застелили они щебенкой, уложили камень. И когда-то здесь, в этом месте, я срезала крапиву. Вот что от парапета осталось. Вот он, металл. Страшное дело, вода. Сейчас видите, такой вот спокойное. А были у нас дожди всю неделю. И оно вот это вот все как понесло, камень за камнем.
какие чудесные цветочки для альпийской горочки. Но я не взяла ни совочек, ничего. Только взяла ножницы с пакетом. Думала крапивы нарезать, а здесь видите, какое произошло несчастье. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дергетти. И Марко. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь прям трафик. А вот смотрите, какие цветочки. Такая мягкая травочка. До следующей связи, друзья!